В Санкт-Петербурге расследуют обстоятельства гибели подростка, который попытался самостоятельно выбраться из неисправного лифта. По словам родственников, 15-летний школьник ехал в кабине вместе со своими одноклассниками. После остановки ребята по какой-то причине не стали дожидаться аварийной службы и разжали двери лифта. Как это было сделано, пока не ясно. По предварительной версии, подросток хотел спрыгнуть из кабины на этаж, но сорвался. Они ехали в лифте, застряли между 6-м или 7-м этажом. Вызвали аварийную, и в то же время кто-то из них вскрыл две двери, и он упал в шахту лифта. Каким образом он мог упасть, в какое там, непонятно. Когда я в этот лифт заходила, у меня было такое впечатление, что он как будто, знаете, ну, если честно, напрягом идет. И в нем некомфортно было ездить. Да, то есть, и вот какие-то вот вибрации, то есть, вот это все. Было-было. Угу. Да. Это все было, да, и ломался он. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».